Сострадание – вот то, что двигало выдающегося педагога Песталоцци, когда он создавал свое учреждение для бедных, когда писал роман «Лингард и Гертруда», «Книга для народа», когда открывал приют при монастыре в кантоне Нидвальден, а затем свой учительский институт. Великий принцип – от простого к сложному. Великий метод погружения в природу, ощущение себя частью природы являлись основой учительского успеха швейцарского ученого. Воспитание гармоничной личности по Песталоцци не могло осуществляться без религиозного воспитания. И тут именно христианство выступило носителем высоких моральных принципов, то, что облагораживает человеческую природу. «Вы должны любить человека, если хотите изменить его». Эта цитата великого педагога прямо-таки пронизана главнейшим христианским посылом. Трудно переоценить значение деятельности Песталоцци, его книг и методов для мировой педагогики. Идеи швейцарца развивали другие выдающиеся педагоги, в числе которых и наши Константин Ушинский и Алексей Хованский. Песталоцци прожил долгую жизнь – уже будучи больным, он смог на средства от издания своих сочинений создать еще одну школу для бедных – «Близ Ивердона». А в своей последней книге «Лебединая песня», написанной в 1826 году, ученый подводил итог своей прекрасной жизни. Умер Иоганн Генрих Песталоцци 27 февраля 1827 года в городе Бругге.